Что же, здравствуйте, дорогие товарищи. Сегодня попробуем сыграть в амнезию. Но не какую-нибудь мексиканскую сериальную, а шведскую амнезию. Есть такая Frictional Games, которая занимается такими страшными играми. Они когда-то сделали Пенумбра, потом три части амнезии, Сома. И вот сейчас опять что-то новенькое. Да, я помню, у них такая фишка была, что это за крестики. Немножко укачивает, честно говоря, от такого экрана. Это не то. Игра. Управление. Непонятно. Графика, зернистость. Окей. Непонятно, но в общем-то немножечко вот как будто ты у тебя морская болезнь. Не очень комфортно чувствуешь себя. Ладно. Так. 10 июля 16 года. Рядовой Клеман поступил на лечение после событий, произошедших 9 июля. Личные вещи пациента находятся в индивидуальном шкафу. Пациент пребывает в состоянии легкой комы. На внешние раздражители реагирует, но лишь в течение коротких промежутков времени. При последнем пробуждении выяснилось, что он не помнит последние события, при этом он даже не смог вспомнить собственное имя. Скорее всего, это обусловлено тяжестью первоначальной черепно-мозговой травмы. Буду продолжать наблюдение. Если состояние улучшится в течение недели, рекомендую перевести его в Сент-Этьен для проведения неврологических исследований. Доктор Ясинский. Окей. Инвентарь, записки, дата, ага, окей. Хорошо. А можно я покурю? Не то чтобы мне очень надо было, но... А открыть можно? Или просто? Я тут потыкаюсь. Ага. Такая же штука была и в Пенумбре, и я не скажу, что мне это очень нравится, потому что, с одной стороны, ты вроде как действуешь, взаимодействуешь с этим самым, с предметом, а с другой стороны, я же не взаимодействую с ним реально. Это скорее вопрос... В общем, для VR я бы сказал, что это отлично. А в целом для игры, ну... Немножко спорное решение, потому что...
Ну, может быть, если как воспринимать, как будто у тебя искусственные сложности. Что происходит? Of July, 1700 hours. I'm in a state of agony. It cripples my body, captures my mind, bleeds my soul. This thing I've done, this thing. It is lunch in the mess hall currently. Oh, the thought of eating repulses me. Что-то какая-то лавкрафтовщина. Типа здесь можно послушать, там нельзя послушать. Ладно, бог с вами. Свет. Далеких планет. Протокол вскрытия Рейнара 14 июля 2016 года, то есть через 5 дней после этого странного происшествия. Тело сержанта Рейнара, множественные резные раны, грудная полость разорвана в клочья, все ребра переломаны, черепная коробка пробита в результате последовательных ударов тупым предметом. Кто мог сотворить с ним такое? Ну и что это у нас такое? Ну да, что-то не то. Какая-то... Что-то интересное. За торпешники. И вот вы мне позволяете это взять, да, типа грудная клетка. Вот так вот положить, да? Напоминает механику фонарика из метро. Ну да, замок-то не открыт ни хрена. Закрыта дверь, да? Туда не протиснусь. Это что за фигня? Ладно. Также а у них же 14 июля, день Бастилии, если я правильно
А у меня... заперны или что тут происходит? Я могу при там присесть как-то? Ага, я вижу баги. Понятно. Что-то вообще непонятно, что делать-то. Ладно, тут-то все. То есть сверху откуда-то здесь. Появляетесь. Так, я смотрел, смотрел, да. Сверху трупешники такие. Здесь я должен найти. Господи. Есть у вас. Типа я тут проснулся такой. Здравствуйте, чё-то непонятно. И как, и чё. А там чё-то. Так, теоретически надо расхерачить. Так, ребята. Бункер, шмункер. Ребята, выпустите меня. Так. Может, где-то есть ключ? В этом роде. Но я пока не вижу. Вот ты, блин, а? Вот дурашка. Вот это вот тоже. Thought I was the last one. Trapped down here. Rat fucking of
exit behind them. Да. Чё ты? You want to escape. You need to blow it back open. There's dynamite in the arsenal. Ah, and a handle to trigger it somewhere in the excavation site. Get them, and you can make it out. Shit! That thing, it's coming for me. Here, take this. Finish me off, please. I want to die at the hands of a border soldier, not that monster. There's ammo in the pantry. Get it. Do the job, please. Да я с удовольствием. Теперь какой чулан, блин? Слушай, я не понимаю, а? Ты здесь? Ага. Это что? Так, я что-то не понял, ни хрена. Но? И как? Как? Вы скажите мне, how do I do this? Где этот гребаный чулан? Да блин, ты задрал уже суицидальник. Тварь какая-то. Здравствуйте. А вы знаете, я совсем не удивился. Что мне надо сделать? Окей. Ага, то есть максимально сложно все надо сделать, да? Что-то у вас... А, блин. Блин.
все. Не просто. И чё? Окей. Вот это окей. Не перевели. Записка от головного клерка о лычках. Важно, когда занимаетесь умершими солдатами, пожалуйста, проверьте обратную сторону их лычек на предмет любых сообщений, символов или кодов для замков. Для этих самых, для шкафчиков. Они должны быть вычищены, прежде чем лычка сохранена и записана. К Фрелю. Головной клерк. Ну, главный клерк, типа. Крысы и обожженные трупы, доктор Юсинский. Внимание персонала медсанчасти и морга. Проблему с нашествием крыс пока решить не удалось. Они набрасываются на каждое мертвое тело. Кроме того, они преследуют раненых. Однако грызунов не интересует обожженная плоть. Поэтому нам необходимо ввести новое правило. Тела всех погибших солдат следует сжигать. Я поговорил с отцом Доре об этой проблеме. Он представит надлежащее освящение умершим. Их останки будут сохранены для передачи родным. Это не лучшее решение, и оно наполняет мою душу болью. Но похоже, что сжигание тел – единственный способ остановить крыс, поэтому мы должны это сделать. Окей, что это? Еще немножечко. Что там за тварь представили, а? Круто. Мясо какое-то нахрен. Давайте сюда. Я вообще не понимаю, что вообще творится. Ага, да, хорошо. Как управлять? А, ага. Генератор. Чулан, офицерская стол. Откуда я вообще приперся? Еще разберись, склад медикаментов, кабинет врача. Ага, палата, вот, значит. Палата, склад медикаментов, кабинет врача. Да, где-то здесь. Что там у нас такая? Офицерская столовая, кухня, чулан, да. Там кого-то сожрали. И вот, наверное, туда отправили. Я нахожусь в администрации. Ну или что-то в этом роде. Ага. Окей. Так, что-то у нас еще есть интересно. Чё? Что? Какой бинт? Ну чё? Какой кусок ткани? Вы что со? А, я вижу.
4-5-1, нет. Иногда срабатывает, чё. Нет. Жаль. Было бы забавно, конечно. Так, на тех лычках ни хрена не было, поэтому... Ну явно Лавкрафт. Блин, а я тут как раз от... Рядовой Буарон. Топливо и огонь. Внимание, топливо для генераторов чрезвычайно огнеопасно. Запрещается разводить огонь вблизи топлива. Запрещается стрелять из оружия вблизи топлива. И ради бога, не курите рядом. Храните топливо только в прочных металлических емкостях. Стекло слишком хрупкое для этих задач. В случае разлива топлива немедленно вытрите место разлива и утилизируйте ветошь за пределами бункера. Ну да, как на космическом корабле, ёкарно бывает. А вот. Что такое? Да, блин, пускай бы села, что мне жалко, что ли. Хрень. Так, часики, тик-так. Вот такая вот хрень. А у тебя что случилось? Иду, уи 7855. А как мне заправить? Вот. Тем не менее, какой-то через жопу никогда не выключать. Мразь ненавидит свет, да? Господи, кого вы там откопали?
прекрасно. Если вам кажется, что он что-то может сделать, то, возможно, вам не кажется. Это хороший совет. Посмотрим на это. И... Ну, прекрасно, прекрасно. Баги, баги, баги. Always баги in the rich. Прекрасно. Прогресс сохранен. Ой, блин, такое, блин, такое, блин, такое. Мы здесь. Сейчас выйдем туда. Эксит. Ну, давайте посмотрим, что там на эксите. Как, черт возьми, отсюда выбраться? Не дописали, да. Ага. Уже несколько часов я не видел других людей. Похоже, я остался последним из живых. Но если все-таки есть кто-нибудь еще, я оставлю это послание, чтобы ты не терял времени зря. Это единственный выход. Единственный выход из этого рукотворного ада. Ее завалило во время взрыва, поэтому нужно снова устроить взрыв, чтобы открыть его. Не трать время на раскопки. Это невозможно. Взорви завалы. Динамит заперт в арсенале. Рукоятка детонатора находится где-то в римских туннелях в глубинах ада. Я отправляюсь туда, чтобы принести и то, и другое. Хотя я не знаю, существуешь ли ты, я молюсь за тебя. Пожалуйста, окажи и мне такую любезность. Ладно. Ну, прекрасно. Свет. Так, мы отсюда пришли. Офицер, headquarter maintenance, Жибер. Больше нечего там рассказывать, да?
Дневник Жубера. Странные звуки. 14 июля. Ночь. Несколько минут назад был слышен странный скрежет, а сейчас кажется, что кто-то ходит по коридору. Возможно, это Рейнар. Он снова забрался в свою винную заначку. Лучше мне поговорить с ним сейчас, убедить его отправиться спать или поделиться со мной бутылкой другой. 15 июля. Угу. Леденящий страх разливается по нашим жилам. Фурнье пытался силой выбить ответы из солдат. Они утверждают, что спали, пока Рейнар не начал кричать. Конечно же, я верю им. Фурнье зашел настолько далеко, что обвинял военнопленного номер 73014 в побеге из камеры и совершении убийства. Это невозможно. Я беспокоюсь за Фурнье. Ярость скрывает его страх. Он вымещает ее на подчиненных, и я не вижу способа прекратить это. Это порождает неприязнь. Я вспоминаю тот момент, когда Рейнар начал кричать. На его месте мог легко оказаться я. И все еще могу легко оказаться. Мне впервые хочется, чтобы поступил приказ наступать. Лучше встретиться лицом к лицу с тысячей немецких винтовок, чем остаться наедине с этим безымянным ужасом. Угу. Окей. Это что у нас? Последний дневник Жубера, нашедшему эту записку. Фурнье, наш командир, дрожит от страха рядом со мной. Он потерял рассудок, столкнувшись с пучиной страха. Он без конца повторяет одни и те же слова. «Бежим! Бежим! Мы должны бежать и закрыть зверя там, где ему место!» Он хочет бежать и взорвать за собой выход, чтобы закрыть этого демона здесь. Демона и наших людей. Я начинаю проникаться его словами, и при этом меня охватывает такой же бездонный ужас. Тем солдатам, кто прочитает это, когда мы выберемся отсюда, я узнаю от него код от арсенала и сообщу его по радиосвязи. Если вы будете взаперти с этим зверем, арсенал станет вашей единственной надеждой. Это все, что я могу сделать. На что у меня хватает смелости. Отправляйтесь к узлу связи в солдатской казарме. Спрячьтесь там. Я передам код. Узел связи в солдатской казарме, да. Ага, узел связи. Хорош стрелять. Еще одна пустая бутылка. Интересно, это можно использовать в качестве оружия? Ладно. Конечно, умный чувак, да? А любой у вас дешманский. Soldier Quarters, ладно. Надо попасть в Soldier Quarters. Правильно? Правильно. Закрыто.
Нет, я подожди, я не хочу. Так, где это Soldier Quarters, блин? Soldier Quarters, окей. Дайте мне глянуть на эту карту. Soldier Quarters, то есть мне нужно сюда и Prison Mission Storage, да, мне, короче, сюда надо. Прекрасно, да? Чё? Пс. Ну, походу, следующий шаг это добыть эту... новый ключ. Я уже сам буду решать, бояться меня или нет. Блин, завели это. Да, я, пожалуй, это самое. И собака простая. Чего вы там, блин, это сам пугаетесь? Отлично. Почему свет не горит ни хрена? Что за бардак в казарме, а? Так, во-первых, надо сдать. Вот это надо сдать, да. Это надо дополнить. Свет, почему у вас свет не горит? Прекрасно.
раньше можно было использовать молоток. Ладно. Быстрее сдохну. Что тут такое? Болтается. Не по делу. Ага, что же? 0,495. К чему бы это? Непонятно. Так, что-то у нас отчет Лерю. 15 мая. А, еще за месяц до. От рядового Лерю, кому Фурнье и Бланше. В настоящем письме я хочу письменно изложить события, о которых доложил ранее своим непосредственным начальником. Прошлым вечером, 14 мая, мне было поручено помочь инженерам в составлении карт римских туннелей. Спустившись в самую глубокую часть туннелей, я заметил странную светящуюся жидкость, что сочилась из стен. Когда я обернулся, стены туннеля внезапно исчезли, и я оказался в кромешной тьме. Вдалеке я увидел едва теплящийся свет, который, казалось, звал меня вперед. Между светом и мной двигались искаженные тени. Я моргнул еще раз, и все исчезло. Я снова оказался в туннеле. Это длилось лишь долю секунды, но я уверен, что это не игра воображения, это было по-настоящему. После случившегося меня не покидает странное ощущение, будто часть меня все еще там, осталась в этих туннелях. Краем глаза я продолжаю видеть движущиеся фигуры. Я официально прошу предоставить мне увольнительную по болезни, пожалуйста, помогите мне. Фух, ну... Hello, Lovecraft. Причем совершенно определенно Lovecraft. Потому что у него был такой рассказ. Как раз таки про римских этих самых товарищей всяких там. Да будет свет. Но я вижу здесь гранаты. Интересно, в чем заключается темковость? А, понял. У меня карта какая-нибудь есть? Записки, коды, фотографии, инвентарь. Нет. Ничего нету. Ладно, бог с вами. Стрелять. Что-то там я мог взять, вот. К
ткань. Бинты, бинты. Вот оно как. Интересно, да? О. То есть вы говорите мне, что... Так, блин, солдер... Emergency lockdown. Сюда лучше. Сохранен. Стратегическое хранилище. Солдатская казарма. Выход. Так, вы там не стреляете, а? Окей. Так, мне технически надо... Так, отсюда приперся. Здесь вот я прошелся. Бам-бам-бам-бам. Mission storage. Наверное, сюда все-таки надо, да? Ага, ну пойдемте туда. Значит, вам не кажется. Прекрасно. Коды 0495 Барден, да? Ninth of July. I do not know the time, but dusk has fallen, and still, of course, no word. When I asked the sergeant, he shrugged, as if I was asking about when it might next rain. These fools around me, laughing, drinking, arguing. Do they know what I've done? Do they suspect it? I feel they must all be guilty of something. And yet, they laugh, drink, argue. God knows what I've done. I wonder if his judgment could be worse than my own. Ну, пока что все очень некомфортно. Так, коды.
Фрим де Лиль. Тут ничего нету. Фриль де Лиль. Кто здесь такой? Обглоданная. Так, что-то здесь ничего интересного. Эксплозив. Газовая граната. Нормально, так. Что там у меня? Сейчас-то... Просто граната. Вот так вот. Ну, чё? Но по геймплею, я бы сказал, это типичная игра от Frictional Games. Очень некомфортно, неуютно. Вот этот вот геймплейный момент о том, что ты должен каждую вещь там... буквально, собственно, мышки наделывать. Такой, наверное, надо достать свой геймпад, чтобы почувствовать вибрацию и там лично большими пальцами там открывать двери и прочее. Ну, потому что мышка все-таки немножко неудобная, как бы привыкаешь к тому, что нажал на кнопку и дверь открылась. Да, это виртуально, но с другой стороны, в принципе, это же виртуальность. Вот. А тут пытается сделать такой напор на реальность. Я бы сказал, что будь это VR какая-то версия, то было бы очень и очень атмосферно. Наверняка она будет. Надо только подождать. Вот. Что же касается сюжета, то это типичный Лавкрафт.
То есть у Лавкрафта был рассказ «Крысы», в котором точно так же главный герой там опускается куда-то, там получает землю, на которой когда-то стояли римские поселения. И он опускается вниз, сходит с ума, там вот это вот бог Ноденс является таким римским башком, который один из древних, ну или как-то так, то есть у него там не было четкой классификации, тоже потом начали придумывать там великие боги, там древние, недревние, малые всякие. Вот, ну, скорее, когда Лавкрафт придумывал, он придумывал непосредственно само ощущение, нежели систему всех этих башков, которые потом придумали его фанаты. Вот. И то, что здесь происходит, это как бы тоже такое темное. Вот. Ну, короче, Лавкрафт. Лавкрафтовщина. Если вы читали Лавкрафта, вы поймете, о чем я говорю. И все вот эти вот записки, с которыми непонятно, что происходит, куда я схожу с ума, там что-то такое, что со мной, что я наделал, вот это вот. Все вот эти переживания без конкретного описания того, что же случилось-то. Вот. Такой безликий ужас. Буду ли я в это играть, но, как я уже говорил, у меня где-то там есть и Сома, и Пенумбра, и Амнезия, поэтому я, скорее всего, попытаюсь начать с них. Тем более, что, как я увидел, по геймдизайну разница между Пенумброй и Амнезией, ну, походу, только в графике. Вот, это, конечно, интересно, но, видимо, ну, с другой стороны, ребята нашли свой подход к страшным играм, и они продолжают его крутить дальше, они считают, что это хорошо. Вот, возможно, это действительно хорошо. То, что я прошел тут, вот, да, это было, я как... человек, знакомый с айтишечкой и давно играющий, в общем-то, понимаю, что это все-таки программный продукт, компьютерный продукт, и просто нету сейчас понимания, в какой момент вылезет эта тварюга и как произойдет все это. То есть, как только я поймаю понимание алгоритма, страх улетучится. Ну, из разряда, если оно кровоточит, его можно убить. Если ты понимаешь, как оно работает, значит, ты можешь отвалиться. Ну, в смысле, больше не бояться. И тут существует самая главная опасность таких игр, потому что может наступить либо фрустрация из-за какой-то излишней сложности, ну, то есть накручивают сложность для того, чтобы было тебе страшно, как-то неудобно, некомфортно делать. Но как только пропадает этот момент мистического страха, тело, вся эта накрученная сложность начинает казаться дурацкой и ненужной. Ну, например, как эти открывания дверей. То есть точно так же я могу открывать их на, не знаю, на кнопку F. И я бы, наверное, точно так же чувствовал себя бы некомфортно от всего происходящего. По-моему, вот в Alien Isolation, то есть не было таких вот этих ручных управлений. То есть Аманда Рипли могла залезать в шкафы, но это точно так же ты нажимал на кнопку перед шкафчиком, и она автоматически туда залезала. И
Я точно так же испытывал дискомфорт от того, что знал, что где-то там бродит этот большой и страшный ксеноморф, которого не убить. Ну, по крайней мере, обычными средствами. Ну вот. Что еще можно сказать, что... вспомнилась другая серия игр, тоже связанная с Лавкрафтом, ну как серия игр. Была такая Dark Call of Cthulhu, Dark Corners of the Earth, ну типа Зов Ктулху, Катулу, как это называют. Зов Катулу, Темные уголки мира. И там главный герой, как только встречался с каким-то непонятным, что-то страшным, мистическим, что было обозначено понятием мистическое, его начинало точно так же топорщить и там меняться вот этот вижен, как это произошло сейчас, где я попытался там пройти ближе, чем стоило. Ну вот. Скажу честно, мне такие вещи не нравятся. То есть, скорее я предпочитаю сам пугаться, нежели испытывать вот это вот через персонажа, поскольку это автоматически разделяет меня от мира. То есть я сразу же понимаю, что персонаж смотрит на мир. Ну, в смысле, я смотрю на мир через промежуточный этап, через посредника этого персонажа. И, собственно, мне игра перестает быть иммерсивной. Для меня, по крайней мере. В этом смысле, как бы, все те же Doom 3, там, не знаю, Quake, ну, если его можно назвать страшненьким, они для меня более иммерсивные, поскольку они не заставляют тебя какие-то излишние чувства испытывать, кроме твоих собственных. Так что так. Да. Ну, сеттинг интересный, сюжет лавкрафтовский интересный. Ну как, интересно. Если нравится, то нравится. Вот. Что там будет дальше, я не знаю. И еще долго не узнаю, поскольку большая очередь из игр стоит поперек. Но тем не менее, я поиграл, мне понравилось, как бы, возможно, я бы даже как-нибудь сыграл дальше. Вот. Так что так. На этом откланиваюсь. Спасибо вам за просмотр. От вас лайки, подписки, комментарии, донаты. Все, чего можете. Исключительно добровольно. И адьос, товарищи. Увидимся в других играх. Или этой, неважно.